Доброе утро, друзья! Еще один ролик пастор рассказывает о том, как быстрее всего изгнать дьявола, какой самый быстрый способ изгнания дьявола из своей жизни. Силу и победу над дьяволом и силу изгнать его имеет тело Иисуса Христа, Иисус Христос. И его тело на земле – это живая церковь его, это собрание людей, живущих по законам Божьим. И Иисус Христос, когда забрал власть у дьявола в аду и у смерти и у ада, воскрес и передал эту власть церкви. То есть, когда человек становится частью живой церкви, то сила Духа Святого полностью побеждает дьявола, всех бесов, проклятия, все проблемы в его жизни. Только надо учиться жить по законам Божьим, чтобы не возвращаться в грех под власть дьявола. Для этого и есть церковь, чтобы мы научились у тех людей, которые уже прошли этот путь, победили дьявола, и это очевидно в их жизнях. Смотрите этот ролик под моим роликом и все ролики на каналах Салтаненко, и вы сможете победить дьявола в своей жизни, спасти свою душу и своих родственников. Благословляем вас!